Всем привет! Сейчас покажу, как приготовить пирог. Ну, вкусные пирожки, слоеный язычок. Вот для начала берем тесто, вот покупаем такое слоеное, вот так вот его размораживаем, оно вот так вот взбухнет. Вот потом берем вот так вот его, ну, взбухшее, вот оно уже коркой покрылось. Вот так берем. А, пахнет дрожжами, пахнет. Потом берем вот такую вот эту, ну, штуку для запекания. Противень. Ну ладно, найти место поставить. Вот так вот берем место, берем вот бумагу для запекания, ну, берем вот, переворачиваем на другую сторону, чтобы она особо не закручивалась. Вот так, сейчас аккуратненько ложим вот так сюда вот это тесто, вот так вот делаем плюк по нему. Немножко включим. Потом берем сахар. Сейчас это будет язычок с сахаром. Тесто слоеное, язычковое. И вот так вот посыпаем сахаром. Ну, надо аккуратно, чтобы особо сильно сахар не попадал, ну, мимо, иначе он превратится в этот, в конфету, и будет не очень. Вот так вот. Сейчас сахарин. Ну, и вообще желательно его еще подмочить сверху, чтобы он подтаял, иначе он будет такой, ну, берем чайник, просто и чуть-чуть воды туда. Вот так. Либо молока, знаете, ой, перелобами. Вот так вот. Вот так. Вот так. Чтобы он очень сильно не горел. Я попытался впитаться в тесто. Вот так сделали. Теперь берем, вот так теперь берем, вот включаем плиту, да, вот так вот открываем и вот ставим посерединке, вот так вот ставим, все, и ждем буквально 20 минут на максимальном огне, потом покажу, что вышло. Так, вот смотрим на наш пирожок, вот видите, он немножко поднимается, такой уже, ну, плюшится. Так, ну все, у нас пирог готов, теперь нужно его достать, для начала открываем вот так вот духню. Так, выключаем ее. Надеюсь, я выключил. Берем вот такую вот прихватку. И вытаскиваем духню. Вот у нас пирожочек. Вкусный. Готов. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр. Пока-пока.